Тетяна Гриненко, адвокат у кримінальних справах з 2010 року. З 1998 до 2005 року працювала в управлінні юстиції. З 2005 до 2011 начальницею юридичного відділу Миколаїв Електротранс. Зараз основна робота – захищати громадян у кримінальних справах. Так, і ми зустрічаємо нашого гостя. Доброго ранку вам. Доброе утро. Отже, знову у нас таке питання і багато взагалі і відгуків. Новий на законопроект. На різних форумах так, і так далі люди обговорюють, вже дуже всі цікавляться, що багато всіх питань, і всі не знають, що ж дає новий законопроект по євробляхам. Але я думаю, перш за все, варто розібратися, які взагалі документи необхідні, якщо, от, наприклад, людина вирішила купити собі євроавтомобіль. Що варто знати от перед тим, як вони вирушають за кордон за авто? Ну, если у них цель, конечно, поехать и купить автомобиль, и автомобиль хороший, потому что как раз вот новый законопроект, он и предусматривает снятие ограничений автомобилей, потому что на сегодняшний день только, которые выпущены 2010 года и относятся к Евро-5, то вот законопроект предусматривает бутики автомобиля, новые, БУ и вплоть до Евро-3. Вот, поэтому, если кто-то и хочет поехать, но имеет небольшое количество денег, но, в принципе, можно купить автомобиль неплохой, то надо подождать, когда все-таки законопроект вступит в силу, и тогда поехать. Но какие документы необходимо ехать? Во-первых, перед тем, как ехать, надо просчитать, ну, зная, какая сумма есть в наличии у человека, сам проезд, в какую страну он будет ехать. Потом собрать информацию, сколько стоят здесь у нас в Украине уже растаможенные автомобили, которые ввозят сюда. Приехав туда, ну, подобрав определенный автомобиль, естественно, надо обратиться на СТО, чтобы сделать проверку полную, потому что очень много автомобилей, которые побывали в ДТП, переваренные, перекрашенные, ну, либо перебиты номера. Ну, то есть проверить досконально, чтобы знать состояние автомобиля. А от состояния автомобиля, ну, естественно, от объема двигателя, от его срока выпуска, будет и цена зависеть. Вот, поэтому первое, то, что надо сделать там, когда мы подберем автомобиль, полностью провести проверку его и сделать оценку автомобиля. Это основное, что варто знать, да. Все документы, они должны быть переведены потом на украинский язык, потому что они понадобятся. Если там не будет возможности перевести сразу, то как только по приезду заняться этим вопросом. Договор, который подтверждает куплю-продажу. Если это будет новый автомобиль, покупаться в салоне, ну, договор с салоном. Если это у физлица, значит, у нотариуса пойти оформить. И если там получится, то сразу же нотариальный договор сделать перевод. Вот, страховка, обязательно страховка. И справка, что этот автомобиль не произведен в Украине, потому что у нас же иногда ввозят такие автомобили, которые произведены в Украине, но они уже в той стране, да, потом ввозят, это ж наш автомобиль. То есть этот производитель, страна должна быть не Украина, и должен быть этот документ обязательно. Вот. Ну, а также, что этот автомобиль снят с регистрации, вот, потому что довольно-таки часто бывает, что человек вроде бы считает, что он купил, когда заплатил деньги, получил техпаспорт, приехал, она стоит на учете, договора купли-продажи нету, естественно, собственником является та особа, та, которая передала документы, даже не оформляя договора купли-продажи. Им выписали доверенность на управление. Бывает, доверенности выписывают. Вот я взяла с собой образец. И просто хочу обратить внимание, что в доверенности зачастую пишут, что разрешены все сделки продать, обменять, передать в безвозмездное пользование, сдать в аренду любому физическому, юридическому лицу и так далее. Но вот автомобиль 2008 года. То есть у нас с ним какие-либо операции просто не разрешены. То есть, ну, возможно, его раньше, хотя давали доверенность в сентябре 2018 года, зная, что уже никак. То есть могли попользоваться год и вернуть.
автомобиль должен въехать назад, потому что временный ввоз был, а он разрешен только на 1 год. Но вот это дело я взяла с собой не случайно, потому что действительно вопросов много. Человек думал, что он купил автомобиль так, как ему здесь все разрешено было, но у него не было договора купли-продажи. Да. Нашего? Ну, конечно, потому что никому не секрет, многие говорят, что эту проблему можно решить с оформлением всех документов за $200-300, и все у тебя будет. Но никто же не думает о том, что есть официальные базы, да, также снятие с учета, договора, если или доверенности, они у нотариусов, также можно истребовать, также таможенные декларации, которые оформляются. В таможенной декларации всегда прописывается, на какой период ты въезжаешь, с какой целью ты въезжаешь, какая стоимость автомобиля, которую ты везешь. В общем-то, все это прослеживается, и если тебе предоставят за $200-300 поддельные документы, ну, понятно, что дальше с этим будет. На таможні, я ну, розумію, що іноземцю можна спокійно в'їхати, там, наскільки я знаю, то там на рік їм дозволяють їздити. Вони ж по-разному в'їжджають. Хто-то їде путешествовать на своєму автомобілі, він є собственником. Пересікає таможню, да, он же ж їде, і автомобіль указує ціль лічне по пользования автомобиля. Вот. Он пользуется, но ему же никто не мешает продать автомобиль. Но мы должны задуматься, а он снял его с учета у себя? Нет. А тут у нас не можно снять, правильно? Только у себя за местом регистрации. Конечно. И документ этот, ну, на месте оформляется, потом передается. Если он хочет, они могут договориться. Он может оставить временно здесь доверенность, что он разрешает человеку пользоваться. А, опять-таки, мы забываем... Это потому, доверять Да, мы забываем купля-продажа. Она же оформляется. Угу. Договор купли-продажи. Деньги получены за авто, ну, такое-то, такое-то, да, чтобы человек уже... А тут же вопрос еще с таможней идет, если уже ввезли товар с целью продать. А кто будет платить? Вот моего клиента сейчас оштрафовали на 175 тысяч в связи с тем, что якобы он уклоняется от оплаты налогов при ну, таможенных налогов. А, ну, у нас 485-я статья Таможенного кодекса говорит, ну, как бы, да, штраф, потому что уклонение, специально, умышленное уклонение, и назначают штраф, выносят протокол. А декларант у нас кто? Декларант на таможне тот, кто завозит и оформляет таможенную декларацию. А він не вказав, так, що буде для продажу? Конечно, нет. Потому человек, который пользовался автомобилем, он не является декларантом, и он не должен платить этот штраф. Но для этого надо доказать, что он здесь приобрел, либо там взял. Вот доверенность есть, вот документы собрали. Но уже штрафовать будут то лицо, которое границу пересекло, оформило декларацию для личного пользования не с целью продажи, потому что здесь есть несколько пунктов, которые можно описать, для чего ввозится, с какой целью. Вот, поэтому будут разыскивать и направлять туда, потому что документы все эти поднимаются, они прилагаются при оформлении на таможне. Вот, машина зарегистрирована там была. В общем-то, проблем нету, потому что говорят, что если ДТП случилось, либо еще что-то очень тяжело, бросают машины. Да, это когда они, ну, совершенно нету никакого оформления, но владельца автомобиля и потом последующую его передачу отследить можно. Вот, поэтому... Тут это все можно, конечно, не все так просто. Да. Просто залишив, а потом думаешь, еще так же, когда юридические лица, да, бывают, открывают филиалы. Да? Ну, вот у нас в Украине. И очень часто же в командировки ездят, либо машины транспортируют, там груз какой-то, да, они же заезжают. Также бывает, ну, пусть небольшие машины, потому что у нас же есть микроавтобусы до 10 человек. Ну, вот при мне было на таможне, когда я сама пересекала, ехала женщина, у нее юрлицо зарегистрировано, она является сама директором, и на эту фирму приобретена была машина, и выдана от юрлица директору доверенность с правом управления автомобилем. Ну, на таможне сказали, что у вас право управления есть, а вывоза нету. И все.
И получается, там были проблемы, она объясняла очень долго. Ну, к сожалению, я уехала, не знаю, чем закончилось, и мне стало интересно, чем же как бы регламентируется, то есть таможня должна пользоваться чем. Вот. Если открыт филиал, и она едет на работу сюда, на этой машине, то должно в доверенности и указано не просто пользование данным автомобилем, а связанное с выполнением работы непосредственно на филиале таком-то туда для работы. Ну, я думаю, це варто все ж якось консультуватися з юристами, адвокатами, так, щоб ці всі нюанси знати. Ну, стосовно іноземців, ми зрозуміли, як вони в'їжджають і які бувають теж проблеми. Щодо українців, от зараз ну, все ж ввели цей законопроект і каже, що досить і легко, і законні стануть ці євробляхи, машини з євро-номерами. Чи дійсно це так? Чи дійсно буде зараз легше возити такі машини так, і користуватися ними? Я розпечатала, щоб вам оставити все-таки, щоб він був. Звісно, це законопроект. Это южанины, как все называют его. Если у нас хотели, ну, наверное, все-таки это было связано, чтобы поднять статус или ну, как бы, производство наших автомобилей и связано с экологией. Почему у нас Евро 5 только пропускали? Потому что это более новые машины. Вот, ну, сейчас этим законопроектом разрешают ввозить все. Вот. И, естественно, есть льготные категории, ну, это электромобили, которые разрешены, вот там нулевая ставка, какие у нас мы платим налоги, таможенный сбор, акцизный сбор, и то, что лучше стало намного, уменьшился акцизный сбор, вот, НДС. Ну, то есть людям намного легче, если раньше можно было за растаможку заплатить 1765 евро, то сейчас с объемом двигателя 1,3 65 евро. То есть 1700 мы выигрываем, разницу понимаете, да? То есть уменьшили, ну, такой... пристойно зменшили вартість, щоб платити. Ну, я думаю, що якраз нашому бідному середньому класу буде намного легче поїхати і купити ту машину, яку він може собі дозволити. Також розтаможити. Так, ну ми зрозуміли. На жаль, не все розглянули і часу не вистачає, але я думаю, ми ще зустрінемося в цьому питанні, тому що багато ще нюансів, як взагалі возити машини, на яких правилах, ще варто це знати. Дякуємо вам. Я думаю, ще поговоримо на цю тему. Тетяна Гриненко, адвокат, сьогодні була у нас в гостях.